Пастух под тенью спал, надеялся на псов. Приметя то, змея из-под кустов ползет к нему, вон высунувшись жало, и пастуха на свете бы не стало. Не сжалился над ним комар, что было сил, сонливцем кусил. Проснувшийся пастух змею убил, но прежде комара с просонья так хватил, что бедного его так не бывало. Таких примеров есть немало. Коль слабый сильному, хоть движимый добром, открыть глаза на правду покуситься, того и жди, что тоже с ним случится, что с комаром.